запирание многоствольного оружия. Добро пожаловать в центр техподдержки Armatix. Спасибо, что вы сделали выбор в пользу продукции фирмы Armatix. В данном видеоруководстве мы вам объясним, что нужно обязательно убедиться в блокировании каждого ствола вашего оружия в соответствии с калибром. Для оружия, имеющего более одного ствола, требуется более одного блокиратора по существующим калибрам. Большое спасибо за посещение центра техподдержки Armatix. Надеемся, что данное видеоруководство помогло вам.